Друзья, всем-всем привет, с вами Феникс. Мы находимся, как вы видите, в Dead Space. Наконец-то эту хреновню я собрал воедино. Это, на самом деле, самое, не знаю, не наесть вредная ситуация в игре, когда я больше всего это ненавидел. Так, что нужно сделать дальше? Ну, я ее собрал. Нужно идти туда. И что теперь? Вот что у нас получилось, как вы видите на своих экранах. У нее нет лица, это даже не совсем она, это раз это не человек. Что? Как это? Они выводили тайные инопланетные машины при помощи нечеловеческого мозга. Умно, ладно. Посмотрим, что получится, когда мы это активируем. Чудновато все выглядит. Что? Включайте. Вау, что это? Смотрите, это на какой-то другой планете, и, видимо, это инопланетяне рядом стоят. Активируют, то ли она забирает их, то есть обелиск забирает этих инопланетян, пожирая их. То есть с ними случилось совершенно то же самое, что и с человечеством, смотрите, происходит. Вау. Всю планету сожрало. А теперь вопрос, как из этих НЛО попал к нам или на эту планету, или это все происходило прямо на этой планете. А потом пришло вот эта синяя хрень, и все замерзло. Опустошило, а потом все замерзло. Вот что случилось. Вот почему здесь лед. То есть мы на планете вот этих инопланетян. О нет, мы облажались. Это не родная планета обелисков, пришельцы. Они нашли обелиски совсем как мы, и понеслось. Он поглотил их. Затянул их тела в небо. Это последняя стадия. О, господи, Луна. Это Луна является источником сигнала обелиска, а не машины. Луна и есть схождение всего. Эти пришельцы, они создали машину, чтобы заморозить планету, чтобы не дать Луне воссоединиться в единое целое. Если отключить машину, все начнет таять, исхождение возобновится, и не только здесь, а повсюду, где есть обелиски. И это... Опа, очки, это ключ, чтобы все отключить. Спасибо за ваш тяжелый труд. Нет, она самонадеется на обелиск земли даст. О, сначала я впрямь ошибся, но теперь все ясно. Речь не только о козник человечества, который мешает нашему славному перерождению. Речь об этой инопланетной машине. Держись от машины подальше. Нет, теперь... Когда у меня, я смогу ее отключить. Жители этой планеты предпочли эволюцию смерти. Я хочу убедиться, что люди не совершат ту же ошибку. Мы все станем единым целым. Ну же, убейте их. О, все на выход. Элли, Айзек, Кодекс. О, черт. А что делать нужно? Сукин сын. Блин, идти нужно туда, как туда идти? Вот. Что-то я не совсем понял, но да ладно. А как пройти через газ?
Кто мне подскажет, кто мне расскажет. Что ж, придется это все сделать заново. Так, газ вот пошел. Нужно то ли. Нужно быстро бежать, по-моему. Нужно очень-очень быстро бежать. Пошел, я прям за тобой. Все, нужно бежать, бежать. Двери неисправны. Это надо закрыть ту дверь. Элли, давай. Боже, Элли, давай, Элли. Ужас, оно несется как ураган. Айзек, ну же. Просто поднажми. Айзек, я люблю тебя. Черт, надо было закрыть дверь, видимо. Понятно, теперь я понял, что нужно делать. Нужно быстро-быстро добежать до двери. Есть, открыто, я пошла прямо за тобой. Опять эта ситуация. Так, надо, по-моему, Е долбить. Или В долбить. Да, я думал, она выживет. Черт, вот это дерьмо. Айзек? Нет. Эй, нет, нет, нет. Гад, все идет, надо убираться, живей. Она выполнила свою миссию. То, как не она осознавала всю значимость, а теперь покончим с этим. Ради нее, слышишь? Да ради нее. Да. Тогда пошли! Айзек, давай! Айзек! Вот дерьмо, газ, все идет, да идет. Ну же, Айзек, вперед! Я оставил Элли. Айзек, эй, соберись. Дружище, не сдавайся, смотри, Даник спускается к машине. Не дадим ему отключить ее. Надо будет потом убедиться, что он будет больше не дрыгаться. Эй, похоже, Даник открыл доступ ко всем уровням. Куда идем? Без понятия. Куда? Без понятия! Боже! Сукин сын! Так, слушай, нам надо разделиться. Ты берешь первый уровень, я второй. Ладно, давай, ладно. Ты это, не сходи с ума, ладно? Без тебя вообще туго будет. Сукин сын, надо будет его найти, убить. Хранилище закрыто. О, у нас как раз боты есть. Нужно собрать ресурсы и собрать, наверное, какую-нибудь другую пушку. Так, пилорез оставим, излучатель Теслы. А что еще есть? Метрический зонт. Пневматическая горелка, плазморез, стрелковое оружие. Черт, даже не знаю, что собирать-то. Так, стандартный вариатор. Ладно, оставим, давайте так, наверное, все. Я фиг узнает, что собирать. На эту фигню вообще ничего не одевается.
Надо что-нибудь скрафтить. Аптечек, наверное. Вольфрамовый вал нам нужен наверняка по-любому. Две штуки скрафтим. Больших аптечек. Ну, пока вот так. Так, и я думаю, это будет дикая месть. Стопудово это будет дикая месть. Так, нам надо туда. Тут я вижу шкафчики, которые нужно зачистить. Патронов у нас уже дофига. Что ж. Айзек, я понял, куда-то идет Даник. Чтобы добраться до машины, ему надо попасть под землю. Я туда только один путь знаю. Через... Понял, настраиваю локатор, встретимся уже там. И заиграл тревожная музыка. Мы отправляемся туда. Все, ублюдки! Не ждали меня. А вот он, я выжил. Так, а что стреляет? А, ёптись, это же ракеты. Ух ты! Эй! А у них тоже стазис есть. А вот этого я не ожидал. Жри, свинец, гандон. Бомба. Еще бомба. А, это стазис бомба. Почему у меня таких нет? Перезаряжаюсь как матрица. Ой, я в стазисе, там твари пришли. Вперед. Вот это мясо. О, сейчас уйдется. Эта война начинается. Стазис бомбы напрягает. Ай, она сверху туда упала. Пошла к черту. Блин, тут уже вообще со всех сторон начали атаковать. Черт, пошли они в жопу, что с ними? Обернись, папочки. На тебе пару такого. Никого тут больше нет. Так, а нам нужно куда-то туды. О, чуть-чуть было. Взял. Точно сюда, сюда. Ублюдок, я найду Даника, я ему этой пилой вот этой яйца отрублю. Баг, наверное, какой-то, но у меня оружие в стазисе. Где ублюдок? Понятно. Прячемся. Запустим еще роботика. Ведь здесь пикает. Да, еще откроем. Вот он. Черт, меня обнаружили. Где? Где он исчез? А, они меня не видят. Надо идти по стелсу. Вижу цель. А идти куда? Ой, ёп! Труп. На! Жри, свинец! Вот это да. Ну и хрена в меня. Вот это обалдеть. А там что-то лежит. Надо что-то выкинуть. Так, аптечку бросить.
сжигатель. Намек, что впереди будет очень много монстров. Мне тот момент не помешал, мне порезать, наверное. Оба, они всех повешены. Так, идем по стелсу. Иди сюда, блин. Привет. Подходите, ублюдки. Ах ты мразь, ты сзади на меня напала. Бомба какая-то прилетела. Сзади, по-моему, есть солдат. Ну, конечно. Да сдохни ты, бразин. Мои провалились, ереди. Там что-то успевает творить. Ох ты, ядрёшкин кот. Что же за херня такая? Их пошло со всех сторон. Да нет, жри, ублюдок. Фу, вроде пока от всех отбились. Отправляемся дальше. Что-то здесь лежало. Я звук какой-то слышу. Остановите или не дайте ему подобраться до Даника. Ах ты мразь. Это что еще такое? Ого. Да что у вас? Твою маму. А чё они в них не стреляют, Они в меня стреляют, ублюдки! Давай, купите у меня пила! Дружба для вас! Ах, блин, мрази! Ещё! Да на тебе сверца, ублюдина, ещё! А как насчёт пилы? А, перезарядка! Ещё! Ещё один! Снайпер-то убери! Где? Ты хрень без ног ходит или без чё там? Черт, играй. Патрон нет. Давай, давай, Азик, ну спасибо. Патрошки, патрошки. По-моему, я его грохнул. Да это ж охренеть сейчас было как. Чё валяется? Помню мини-игру. Как неудобно мне играть. Ай, кошмар какой. Есть. 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 Ох, самое сложное. Есть.
здание. Кстати, заметил, очень много коробок валяется. Глава 16, скрытая внизу. Ну, друзья, мы уже продолжим 16-ю главу проходить в следующей серии. Конечно, очень эпично эта серия у нас началась. Очень начали нас многие стрелять, очень многие на нас стали нападать. Просто кошмар какой-то начал твориться, честно говоря. И с вами был Феникс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И в следующей серии мы отправимся за Даником. Все дальше и дальше. Найдем этого ублюдка и прикончим. Всем пока, всем счастливо.